Необозримые клубничные поля. Там собачки хозяйские лают. В общем, все, кто подъезжает за клубникой, объезжают через эту, через этот вход, так сказать, хотя это дверь. Делают вот такой вот кружочек, здесь останавливаются, набирают себе клубнику или покупают, а потом объезжают все поле. И таким образом выезжают с другой стороны совершенно. Вот с этой стороны выезжают. Клубника только началась недавно. В общем-то, неделю всего. Ее здесь столько, она еще будет долго-долго. Долго будет радовать нас. Вот какие красивые ягодки здесь. Кое-где сорнячки встречаются. А так, в общем-то, чистенькое поле. Там вот сено заготавливают на осень. Далекие люди работают. Не знаю, они работники. Или они тоже так же, как и мы, приехали себе набрать, уехать тут же. Ну и вот наша машина. Мы возвращаемся. Здесь неподалеку еще одна ферма есть клубничная. Ну, пожалуй, в следующий раз мы туда съездим, так сказать, для сравнения. Thank you very much. Какие люди любезные здесь вообще. Видела? Ты сказала, я на такую-то сумму. Она говорит, пожалуйста. Ты говоришь, дайте мне вашу корзину. Да ради бога, никаких проблем. Ты видела? Хочешь во свою, хочешь в их. Хочешь на 6 долларов, хочешь на 20. Да, вот, а вот это... Да, а вот ты думаешь, вот они набирают, это они работают здесь, или они не на себя? Приехать так же, как и мы, да? А почему вот с этой стороны выбирают, да? И он нас на той стороне оставил, собственно говоря. Это по желанию или что? Может быть, здесь вот. Почему-то он показал тебе там. Ты, в общем-то, туда. В следующий раз я приеду завтра. Я заеду сюда. Ты завтра хочешь приехать? Я приеду. А зачем? Какой размер? Да, вот такой не годится. Это большой. Большой. Ну, в общем-то, смотри, в прошлом году вот здесь была клубника, я точно помню. Значит, они каждый год ее не используют. Да, да. И вот в этом году они уже переместились вот туда дальше. А это у них в свободном, так сказать, сейчас состоянии. Они не засаживают, просто у них тут какие-то вот соломки. Да, 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 в следующем году готовятся. Did you see here some dogs here? Это вот их домики, видимо, где они здесь, в общем-то, или спят. А, ну вот, люди здесь сидят. Hello! Боже, не ленин махать каждому подряд. Я сама удивляюсь. Вот видишь, вроде бы, да, вечер, уставшие, наработались. Ну и пусть едут себе, едут. Нет, они должны улыбнуться, помахать ручкой, сказать привет. Помажет и скажет, что ненормально. Да уж, ладно уж, совсем ты. Я ж видео сняла. И не должна такие вещи говорить. Не хочешь ты быть ласковой, что есть.
Yeah, it's just in Ukraine, not in Russia. Yeah. Thank you.